Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики. С вами я, Антон, и я продолжаю проходить великолепную игру Warhammer Dawn of War Dark Crusade. В предыдущей части я захватил Паванийский центр и Алистанские равнины. К сожалению, ценой высоких потерь, но я это сделал. И этим очень доволен. Сейчас я двигаюсь, конечно же, на Павонис, на котором находится космопорт. Сейчас это моя вот такая основная цель. Потом уже Вандейское побережье. Хотя, пока здесь не кроны, я не решусь нападать на Павонис, честно вам признаюсь. Поэтому для начала захватим Вандейское побережье, конечно же, которое дает нам тоже существенный плюс. Это перк промышленное производство. Мы будем получать на 100 единиц планетарного влияния больше при каждой новой атаке. Давайте мы посмотрим гарнизон Паванийского центра. Уж очень важная провинция, которую потерять будет глупо. Так, а вот теперь конец хода. Ну и конечно же эти мрази на меня нападают. Дадим им бой. Не буду я на автобое играть, хотя это можно сделать, но я этого делать не буду, поскольку, мой гарнизон явно проигрывает армии имперцев. Поганим человечков. Если ты орк, ты должен драться и побеждать. А вот два отряда вот этих молодцов мы отправим на вторую базу. Они вот здесь... И вот здесь. Я в этом уверен на 100%. Идем, идем. Ну что, ребята, летите. Чтобы нам такого сделать, мы лучше летающие готовы. Это хорошо. О, о! Сразу понятно, откуда ветер дует. И это... Хорошо. Хорошо, ребята, давайте. Вот тут он. Вот здесь он. Штаб этих мразей. Вот он. Блин, как они успели развернуться-то, а? Только высадились. А сразу тут такую мясорубку начинают. Так, давайте, месите их. Я думаю, вы это сделаете без всяких трудностей. Хотя нет. Трудности уже возникают, порядочные. Всех стрелков зарешали. Или мне это показалось. Давайте вот сюда. Не понял, где Горгутс? Мочи! Мочи штаб, идиот! Вот так. Где вторые бойцы? Отлично. Отлично, теперь движем вот сюда. Блин, они просто втаптывают в землю любого противника. Отличные, ребята. Просто отличные. И на бегу стреляют. Красавчики. Где-то вот тут у этих говняков штаб. Вот он. Ребята, бейте штаб. Не возитесь. Лови гранату. Есть. Отлично. Нам еще и снаряжение дали. Ну просто превосходно. А что нам поставить? Знамя вождя. Что оно делает? Оно просто увеличивает здоровье на 750 единиц. Черепа то же самое делают. Причем выглядят гораздо отстойнее, чем знамя. Быстрые ноги. Увеличивают здоровье тоже на 750 единиц. А вот рога увеличивают еще и урон в рукопашной. Свинцомет. Нет, на 34 единицы урон при стрельбе увеличивается. Не особо много, не особо. Громадные... Нет, это большие когти. Это большие когти. Что они нам дают? На 100 единиц больше урон рукопашной. Ну,
явно мой выбор, это большие рога. Они нам дают прямо существенный бонус, поэтому я выберу их. Ну что, теперь наш ход. Вот сейчас мы сохраняем игру. Потому что мало ли что, я уже ничему не удивлюсь. Так. Так, вот теперь мы атакуем. Мы теперь атакуем Вандейское побережье. Чтобы нам взять банду главарей. Конечно же, налетчики, стрелки. Да, в принципе, и все. Все, что у нас есть. Да, будет опять жесть. Натуральная, просто вот жесть из всех жестей, которая только может быть. Ну ладно, атакуем. Вандейское побережье, некогда бывшее оживленным промышленным центром, с началом темного похода опустело. На некоторых фабриках, в городах работа продолжалась. Но большинство подземных обогатительных заводов было законсервировано, Тао. С началом похода эти сооружения приобрели большое стратегическое значение. И кто их захватит, получит хорошие шансы на победу. Я понял. Быстро вперед. Бегом. Так, пробудить производственный комплекс. Мощные древние производственные комплексы лежат спящими под песками Вандейского побережья. Наберите 3000 единиц энергии или уничтожьте всех врагов за 20 минут, чтобы получить их. Весело. Так, быстро. Быстро, ребята. Сейчас нас будут делать шпили-вили, если мы будем медлить. Пока просто захвати эту точку. Я думаю, стоит сохранить игру. Генераторы. Было бы тоже неплохо заиметь. И желательно парочку. Так, ребята, давайте. Да елки-палки, бегом! Все, отлично. Кстати говоря, есть лавовые шахты. Что тоже очень интересно. Позволит нам поставить... Я ничего такого не делал. Потом большие генераторы. Кто тут? Сделай. Что такое, что такое? Я бы хотел это сейчас сделать. Нет, не получится у меня это сделать сейчас. О! Пришли, ребята. Разведка. Так, ребята, давайте, вперед. Эти ублюдки точку захватывают. Не дадим им этого сделать. Да убейте вы их. Все, захватывайте. О! Вот это они тут устроили. Посиделки. У нас все в руках горит. Это что? Так, ребятушки. Не бейте нас больше. Сделай. Давайте. Да? Не спите. Я вас умоляю. Работайте. Аж? Кто тут? Так, куда бы эту вышку поставить-то? Вот так вот пусть будет. А это пусть... Нет. Кончилось все мое влияние. Во мне сила Горка и Морка. Вот мрази, а. Мы их перепры...
ним. Где гречины? Бегом! Так, ну можно, в принципе, убить всех врагов. Хотя это тоже очень долго. Это будет очень долго. Но и энергию накопить тоже будет не быстро. Дилемма. Дилемма. Требуется крепость орков. Нужна популяция. Короче, замкнутый круг. Я ничего такого не делала. Пора чего-нибудь построить. Я ничего такого не делала. Что такое, что такое? Вперед, Арбайтон. Ладно, хорошо. Теперь это принадлежит оркам. Идем, идем. Что неплохо, такое? Что это принадлежит оркам. За кем они там погнались? Мы тут с ума сходим от скуки. Босс, больше орков никого нет. И сильнее тоже. Больше орков никого нет. И сильнее тоже. Да убейте вы их. Зададим им хорошую трёпку. Все, хорошо. Хорошо идете. Чё опять? Строим крепко и красиво. Кто тут? Так, давайте небольшую разведку боем. Чтобы нам такого сделать. А то чувствую, долго мы тут будем вату катать. Хочу в драку. Вперед. Вместе с парнями. За императора. Пора заняться. За императора, конечно, за императора. За императора вы тут все и поляжете. Вот тут у них и база, я так понял. Чё-то уже нанимают твари, а? Вот он, оплот веры. Бейте его. Нас атакуют! Бот, строим крановцы для чего-то! Готов к бою! Ой-ой-ой-ой-ой, да! А вот это ребята уже серьезные пошли. Ничего такого не делала. Хочу в драку вместе с парнями. Все, давайте, давайте, давайте. А нет, вот сюда, похоже. Похоже, надо бежать вот сюда. Или вот сюда. Нам остается 13 минут, чтобы уничтожить. Либо... весь космодесант, либо накопить 3000 единиц энергии. Да, карта очень неудобная. Она маленькая, она очень открытая. И это все вот просто очень портит. Да выделяйся ты уже. Бейте в этих разведчиков. Мы и вот этих говнюков тоже. Упустим. Ты смотри, что творят, а. Все позахватывали, твари. Говнари. Бот, становься жарковато. Ты ждешь? Мы тут с ума сходим от скуки. Я сейчас ты не заскучаешь. Сейчас тоже орудием. Так, у нас подкопилась и энергия. Что тоже очень хорошо. Готовы, готовы, и влиянием. Да? Я ничего такого не делала. Раз уж вы сюда пришли, то захватите, пожалуйста. Ну что у нас тут? Как продвигаются дела? Пока вроде бы неплохо. Так, необходимо собрать энергии. Нифига. Нифига себе. Все, построили, теперь быстро ремонтируйте. Чё отремонтировать?
Господи, тут три отряда стоит, и никто ничего не делает. А вот тут уже говнюки идут. Сейчас им гранату закинем. Лови. А нет, вот еще какой-то жив остался. Ну вот его убей. Захватили? Неужели? Стучите топорами, идиоты! Так, ребята, вы уходите. Вы уходите. По-моему, у них вот тут база. Поэтому надо всем дружно собраться. И шевелить культями вот в эту сторону. А может быть, вот в эту. Но надо, во всяком случае, проверить обе точки. Нет, это лажа. Идем вот сюда. Тут их очень много. У них тут база. Так. Давайте немного мин. Ну, бегом. Вот, да, 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 да. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. У кого-то пердак горит. А, это командир налетчиков. Вон, пламя. Выдается. Ну чего? Как насчет уничтожить всех и вся? Что, еще не все? Вот это новости. Где-то они еще успели отстроиться, короче. Да убейте вы их. Казарму, быстро. Без этих ребят чувствую, мне не справиться. Я имею в виду пулеметчиков. Вообще не справиться. Где-то у них еще одна база. Явно. Давайте, ребята, давайте, не медлите. Ладно, придется проверить все точки. Подамим человечков. Я стреляю получше некоторых. Налетчики готовы греметь. Я большой босс. Давай, ребята, бегом. Я стану твоим большим человечком, босс. Отважный герой, я смотрю. Ну ладно. Дерзай. Блин, ребят, я в замешательстве. Я не знаю, где у них еще одна база. И у меня всего 8 минут остается. На то, чтобы уничтожить всех. А это я вряд ли успею. Давайте будем пробовать строить генератор. О, ребята пришли. Все, давайте, стройте. Я пока пойду шухеру тут наведу. И хотел услышать. Иди, мы стреляем, стреляем, вот этих тварей надо убивать в первую очередь. Надо, иначе застроиться где-нибудь в углу. Да иду, их потом хер найдешь. О, иди, отлично. Стреляем, стреляем, получилось. Бинго. Есть. Все четко, ровно и красиво. Таким же красивым будет и мое сохранение.
далее. Ну что? Я даже не знаю. Давайте посмотрим гарнизон. Хоть что-нибудь мы прокачаем. Ну, давайте вот так. Семерка. Пусть будет, пусть будет. Я даже сейчас пропускать ходы не хочу, хотя мог бы. Скорее всего, либо имперцы, либо некроны попытаются отбить у меня Паванийский центр, но эту провинцию я не буду сдавать вот вообще ни при каких условиях. Поэтому на этом всем большое спасибо за просмотр. С вами был я, Антон. Не забудьте на меня подписаться, поставить под этим видео лайк, вступите в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. Читайте меня в Твиттере. Всем удачи, всем пока.